Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Антона с ником Java. У нас коллекционер героев. В принципе, я вам скажу, сегодняшний коллекционер один из топовых. Падает очень круто. Разнообразные топовые герои. Ну, реально, давно такого не было. Но Коля реально крутой. Правда, плюшки не ахти. Бывало и получше. Так, смотрим аккаунт. Ну, это можно считать бездонатный аккаунт. Что по героям? Командора, Ледяха, Рибет, Асура, Рогатка, Буги. Ну, в принципе, все понятно. Находится в гильдии Бразерс, не те бразерсы, наверное, о которых вы подумали сразу же. Атака фортов 12.00, плюс 4 20.00, 5 20.30, минимум на БГ 1000. Связь ВК на экране, кидайте заявочки, вступайте, а мы поехали посмотрим алтарь. Так, ну, по судя по всему, на седьмых кошмарках сидит. Да, затащил. Такс. Где там его алтарь? Отлично, отлично, отлично. Ну, посмотрите на эти таланты, офигеть. Так, ремочный. Все для удобной игры есть у него. Не полностью комфортной, но для удобной есть. Окей, поехали. Будем пробовать вытащить ему недостающих. Так, ну чё там, Дед Мороз? Одержимый. Капитан Дрейк. Ну как-то так себе, бульдозер. Хотелось бы получше, чтобы падало, но слизни радует, хоть слизни падают. Душек, Леди Лео, Дед Мороз, ну как-то странно, очень странно. 8 с 15 за 14к, больше половины слизней собрали, неплохо, это неплохо. Так, рулим дальше. Варлок сразу же. Укротитель. Это немножко не то, что нам надо. Фея. Ниндзя. Асурик. Вот он, наконец-то. Поздравляю, недостающий герой. Сложно, конечно, на таких аккаунтах выбить нужную имбу. Но мы это сделали. Гаргул ворожей. Так, что у нас по слизням вообще делается? Так, забрали. 10-15. Ну, блин. Сложновато будет. Ну, опять же, рандомчик у него вылетело 8 в начале. Сейчас посмотрим, пусть сольются. Так, ну поехали. Рыцарь. Видите, сразу после рейда Лего дает. Ниндзик, заклинательница, медузка, друид. Так, еще один слизнячок. Леди Лео. Ну, рандомчик. Давай уже. Посмотрите, что делается. Просто жесть. Тыква. Атлант. Дракос. Б.
Блин, жестко. Ну, что мог, то сделал. В общем, поздравляю хотя бы с одним недостающим героем. Это у нас Асурик. Как видите, чем больше у вас героев, тем сложнее что-то получить. Но зато у него уже есть хоть недостающий Асура. Конечно, остального всего мы не вытащили. На сегодня это такой самый печальный роллинг со всего, что было. Ну, ничего не поделаешь. Такс. Ну, посмотрите, какие у него герои еще в запасе есть. Фига себе. Рея, Махатма, Рину, Варжей. Живут же люди. Так, хорошо. Поехали посмотрим, что там у него по таланту. Где-то я его потерял. А, вот он. Ну, к сожалению, нет. В принципе, все. Быстрый роллинг, ребят. Потому что не успеваю всем переролить. Пишите комменты, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока. И тут так, опа, и продолжается видос, ребят. Блин, завтыкал я посмотреть сюда. Тут у нас еще есть дополнительно самики у Антохи. Сейчас мы их дополнительно заролим. Так, что-то как-то мы пропустили этот момент. Или он мне сказал. Поэтому, если у вас есть самики, всегда их так вот открывайте. Нифига себе. Читер. 600. Читер однозначно. Так, ну что, поехали. Тут у нас получился самый печальный роллинг. Сейчас посмотрим, что у нас этих 16к изменит. Фараон Атлант. Может, все изменится. Паладин. Смерть. Походу вообще печаль. Я не знаю, как так. Вот аккаунт. Жесть, ребят. Посмотрите, что делается. 16к и у нас нифига не падает. Надо было просто оставить это. Ну, это просто самый эпик файл, наверное, со всего сегодняшнего коллекционера. Драка строит. Вот скажите, блядь. Вот как так получается? Всем нормально все падает, а на некоторых аккаунтах больше всего самым и нифига не падает. Вот падают такие магазины, ну, скажем так, магазинные герои, либо герои, которых вы не используете. За 16к Фрэнки призрачный мы не выбили ни одного слизня. Ребят, 16к. Это просто аут. 12-15 ни одного слизня. Нифига не выбили толкового. А потратили на это все 58 тысяч саму. Это просто что-то нереальное. Пишите в комментах, у кого такая же дичь творится на аккаунтах. Ну, надо будет подумать, знаете, типа собрать этот вот. Кому повезло, тому повезло. Кому не повезло, сделать типа выборку и среди них разыграть что-то. Вот поэтому пишите в комментах, что вы по этому поводу думаете. Ну, это просто unreal. Это просто, ну, знаете, вот, несчастливый день. Это не то, что несчастливый день, это 8 марта, только наоборот. Я даже не знаю, как это назвать, но получается 60-ка самов, слизни не засобирали, героев не выпили. Ну, вообще, по сути, фигня выпала. Как так? Просто жесть. Вот от этого больше всего бомбит. Когда заходишь, блин. Посмотрите, сколько у него тут ресурсов. Плюшкин копит. Ватушка есть. Нифига себе. Сколько героев. Старенький, видно, аккаунт. Ну, есть герои, блин. Ну, нифига не упал. В общем, вот так вот. Че тут бомбить? Жизнь, боль, в общем. Все, пишите комменты, что вы думаете, участвуйте в конкурсах, что делать надо, я уже неоднократно вам говорил. Все зависит только от вас и от удачи, от рандомчика. Всем удачи, всем пока. Это уже точно пока, больше мы возвращаться сюда не будем.
И он, наверное, тоже недолго играть не будет, потому что, ну, это Unreal. После просмотра других видосов у многих, вот кому я ролю, вот, бывают такие люди, которым нифига не выпадает, просто в ауте. А бывает просто ни сфига, ты получаешь там кучу плюшек, кучу героев. Рэндом. Это IGG, все. Все, всем пока.